Серия 39. Отец позволил мне вернуться? Похоже, он намерен обдумать вопрос о престолонаследии. Но ведь сейчас придворные дела поручены Диеню. Это доказывает, что именно Диеню твой отец отдает предпочтение. Это уже будто объявление всей стране, кто же будет королем. Ситуация не в твою пользу. Не переживай, это было частью моего плана. Сейчас еще не время определять победителя. Отец уже не в силах править. Так что мнение придворных чиновников вполне возможно важнее отцовского. Я давно все предусмотрел. Ты оказался в таком положении, но все еще спокоен. Я в восхищении. Амо, я надеюсь, что однажды ты не будешь столь восхищена этим. Что ж, Амо, я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня. Что же? После того, как вернемся в наш дворец, ты, как и прежде, будешь часто навещать отца. Это несложно, так что я согласна. Ваше Высочество, если вы не станете преемником отца, то Лин Юнь окажется во власти этого подлеца Диня. Неужели вы согласны на такой исход? Пусть я лишь военный, но все же в состоянии отличить добро от зла. Ради вашего высочества в качестве своего короля я готов пожертвовать собой. Армию готовят долго, чтобы выступить единожды. Я клянусь жизнью, что буду служить вам, лишь прикажите. И я не остановлюсь. Ни перед чем. Хорошо. Здоровье отца уже не то, что было раньше. Если мы возьмем под контроль дворец и весь город Джунчжоу, основные силы государства будут сосредоточены в наших руках. Вот такой у меня приказ. Об этом можете не беспокоиться. Я лично все улажу. Об этом никто не должен узнать. Можете быть спокойны. Только скажите, и я все исполню в лучшем виде. Цзинши, ты же знаешь, что это чрезвычайно опасно. Ваше Высочество, полно вам. Будь то 100 крат опаснее, пока мы с вами на одной стороне, я готов принять это. Я не ошибся в тебе. Тебя по праву можно назвать храбрецом. Я недостоин похвалы. Дело не ждет. Нам обоим нужно действовать. Цзинши, с Диенем следует всегда быть начеку. Вас понял. Я не позволю Диеню хоть что-то узнать. Я верю тебе. Ваше Высочество, когда мы начнем действовать? Если меня призовут во дворец, это будет значить, что отец не в силах продолжить правление. Он захочет отречься от престола. Вот тогда... Если отец передаст трон мне, будет хорошо. Но если Диеню... Возьми под контроль гору Пяти Небожителей и Джинчжоу. Так мы подтолкнем Диеню оставить трон. Цзинши, поручаю все тебе. Я клянусь, что ваше высочество станет новым королем. Генерал, Диень начал действовать. Он изменил дислокацию 3 военных отрядов, находящихся вне его округа. Как передислокация закончится, они ударят по нам. Вчера он искал предлог, чтобы перевести 2 моих командиров. Однако не смог найти им замены, которая бы его устроила. У нас осталось мало времени. Что по поводу поручения, которое я дал ранее? Все готово. На горе 5 небожителей и в Джунчжоу расставлены наши люди. Все мастера своего дела, но замаскированы под горожан. Все, как вы приказали. Хорошо. Отлично сработано. Доклад! Генерал, его величество позволил принцу Шенлуню возвратиться. Он уже прибыл в свой дворец, только что послал за вами. Что ж, раз его высочество вернулся, я немедленно направляюсь к нему. Вы непременно должны выполнить данное мной поручение. Если что-то пойдет не так, докладывайте. Так точно, генерал! Как продвигается? Вокруг дворца и в Джунчжоу уже все готово. А во дворце вам лучше лично все проверить. Не беспокойся. Я велел Цайлину с Цайджуном этим заняться. Если это будут они, то переживать мне не о чем. Возможно, это наш последний шанс. Сейчас Диэнь с невероятной скоростью сосредотачивает власть в своих руках. Он как обезумевший меняет чиновников при дворе. И если мы не используем последний шанс, мы уже не сможем вдохнуть свободно. Знаю. Ах да. Как там подготовка к твоей свадьбе? Примерно половина готова. Я женюсь на Юньсан следующей весной. Следующей? Вот и хорошо.
К тому времени и наши нынешние действия принесут плоды. Если я потерплю поражение, тебе следует покинуть Линьюнь. Вам будет лучше жить в Сюаньму. Если так случится, Диин непременно арестует тебя. Я поклялся следовать за вами, невзирая на опасность. Как я могу заботиться лишь о себе? На тебе сейчас одной заботы больше, а с нею больше и ответственности. Не доводи до крайностей. Не жертвуй понапрасну. Ваше высочество, я же... Не стоит. Мы можем и не проиграть. Напротив, полагаю, что у нас велики шансы на успех. Так точно. Ваше высочество. Помогите встать. Шанлунь, присядь. Ты вернулся. Как ты в последнее время? Благодарю отца за заботу. Я в порядке. Я сослал тебя в долину солнца ради твоего же блага. Я постарел. Вы с братом, с Диинем, не ладите. Однако надеюсь, что ради меня вы проникнетесь братскими чувствами и будете жить в согласии. Я понимаю. Шенлунь, ты ненавидишь меня? Я не смею. Время, проведенное в долине солнца, не прошло впустую. Я смог многое для себя понять. Я каждый миг ждал, что вы призовете меня обратно. Жуэр рассказала мне обо всем. Шенлунь, ты повзрослел. Какая на улице сегодня погода? Хорошая. Раз погода хороша, то и дух мой воспрял. Почему бы нам не пройтись по саду? Как скажете, отец. Шенлунь, как тебе виды в этом саду? У вас изысканный вкус. Сад прекрасен. Пока тебя не было, Жоэр частенько со мной гуляла. Женить бы на ней невероятное везение. Соглашусь. Как король Линьюнь, на самом деле, я много о чем сожалею. Много что идет против моей воли. Я всю жизнь был королем Линьюнь. И, наконец, задумался, не пора ли мне уйти на покой. Смогу со спокойным сердцем оставить придворную суматоху. К тому же... Я ведь так люблю такую вольную жизнь. Шенлунь, по нраву тебе такая жизнь? Если вам нравится эта тишина и покой, то я чаще буду гулять с вами и меньше тревожиться о мирских пустяках. Вот ты так сказал, и я успокоился. Лиян, у тебя стежок неверный. Если начать вот отсюда, то вот тут игла должна выйти. Криво все. Весь день уже вышиваем. Когда уже закончим? Не могу больше. Раз уж не хочешь учиться, иди где-нибудь развлекись. Я хочу подготовить для Юньцан хорошее приданое. Надеюсь, что их с Цзинши свадьба состоится в срок, лишь бы не было проблем. Скука-то какая! Может, ты со мной поиграешь чуток? Лиян, прекрати, верни платье обратно. Не верну, не верну! Ну, поиграй со мной. Ну, чуть-чуть. Лиян, ты впрямь все непослушнее.
Вот погляди, поймаю, как отхожу чем-нибудь. Да ты сперва поймай. Поймай меня. Ты отдал приказы? Все уже готово. Мы ждем сигнала из дворца. Как получим, наши люди немедленно начнут действовать. Помни, будь чрезвычайно осмотрительным. Дин не должен заметить. Мы обязаны застичь его врасплох. Будьте спокойны, это люди, которых мы тайно тренировали на протяжении нескольких лет. В их силе и преданности нет сомнений. Цайлин уже взял под контроль часть дворцовой стражи. Чай Джун будет работать с ним. Когда они будут передислоцироваться, раздуем шумиху. Тогда все пройдет успешно. Дин точно не ожидает, что всего через несколько дней после возвращения я уже начну создавать проблемы. Его высочество Дин — любитель интриг. Посему мы нападем на него так же быстро и стремительно, не оставим шансов. Покончим с ним одним ударом. В текущей обстановке, чем раньше выступим, тем больше шансов на успех. Мы во всем будем следовать вашим приказаниям. Ваше Величество, как вы себя чувствуете сегодня? Почему так внезапно позвали? Есть у меня кое-что удивительное, чтобы полюбоваться с тобой. Жуэр, взгляни. Откуда здесь взялось персиковое дерево? До этого не было. Несколько дней назад я лично послал людей, чтобы они доставили его из дальних краев. Жуэр, взгляни на лепестки. Как вышло, что лепестки такие большие и их так много? Этот вид называется обильный персиковый цвет. А обычные цветки так и зовутся обычными. В лучшем случае они могут быть вполовину такими пышными, как эти. Я приказал поливать дерево водой из долины солнца. А еще... использовал собственную энергию, чтобы оно лучше росло. Оно так пышно и обильно цветет. Ваше Величество использовал энергию, чтобы вырастить это дерево? Знаешь, как оно называется? Что это значит? За негодный сын! Ты требуешь известить всех о столь отвратительном высочайшем указе? Отец, Дин, занимаясь придворными делами, самовольничал и бесчинствовал. Он неоднократно опозорил высочайших чиновников, народ возмущен. Согласно вашему приказу, я вместо вас оставил текст высочайшего указа. Дин в сговоре с королевой, это незаконно. Этому в подтверждение есть 68 улик, доказательства неопровержимы. Отец, как правитель Лин Юнь, прикажите взять Дин под стражу и низложить королеву. Ты спятил? Вместо меня отдаешь приказы? Пока что я король Лин Юнь, не только у меня есть право их отдавать. Стража! Стража! Отец, сейчас во дворце вся стража подчиняется мне. Скоро под моим контролем окажется и Джун Джоу. Никто не придет. Отец, вы постарели. Прошу, издайте указ. Сколько же ты все это планировал?
Неужели то, что я возвратил тебя ко двору, тоже было частью этого плана? Шенлунь! То есть ты знала о том, что сейчас происходит? Ты намерен отравить отца? Я не хочу, чтобы отец и брат пролили еще больше крови. Это единственный выход. Нельзя придумать что-то еще. Иного выбора у меня нет. Я хочу защитить вас. И это единственный способ. Я понимаю, что ты загнан в угол. Она не связана с этим. Вот и славно. Похоже, не зря потратил силы на дерево, окутанное цветом персика. Прошу вас издать указ. Да чего же хорош сын. То, чего ты хотел. Так забирай! Благодарю, отец. Убирайся! Я посеял смуту. Отец, вы слишком переволновались, и ваша болезнь дала о себе знать. Прошу вас переселиться в покой самоцветов и отдыхать в спокойствии. Так вот до чего же ты нетерпелив. Отец, прошу вас переселиться. Ладно. Ладно. Сколько же ты планировал произошедшее сегодня? 3 года. Почему раньше мне не сказал? Не доверяешь мне? Не было подходящего случая. Забудь. Все равно все повторится. Мы никогда не были так уж близки. Поздравляю. Ты победил. Мне пора. Амо! Сюань Янжо! Ах ты, непочтительная смутьянка! Бесчувственная жестокая девка! Король с таким нетерпением ждал тебя каждый день. Кто мог знать, что ты настолько коварна? Ваше Величество, моего сына арестовали, а меня не сложили. Довольна теперь?
Шинлунь говорил, что ваша жизнь вне опасности. Не смей утешать! Я много раз видела, как возвышалось и падало наше государство, Сюань Янжо. Как жаль, что до сих пор не было той, кто пал бы столь же низко, как ты. Жди. Я каждый день буду проклинать тебя. Ты познаешь все горести существования. Рано или поздно вам за все воздастся. Не радуйтесь слишком рано. Шагай, шагай. Предатели! Вы достойны смерти! Вы ведь помогаете предателям! Предатели! Умрите! Отпустите! Умрите! Вы достойны смерти! Вы посмели устроить переворот! Да лучше убейте меня! Выходите! Амо, давай уйдем. Давай. Но куда? Пошли к Чиюню! Я не могу уйти. Да и не выпустят. Не выпустят, так прорвемся. Не верю, что Шинлунь тебя под замок посадит. Лиян, я никуда не хочу. Так убейте же! Как посмели устроить переворот? Ты только вслушайся в эти крики. Они же будто из преисподней доносятся. Я давно знала, что все так и случится. Только не думала, что только столкнувшись с этим лично, наконец пойму, что все примет такой ужасающий масштаб. Шинлунь вернулся? Нет. Лин Юнь. Ваше Высочество, я не был предусмотрителен. Из-за беспорядков Ханюнь сбежал. Я отправил стражу преследовать его. Прошу, не гневайтесь. Ханьянь сбежал? Отправьте все силы на поиски. Ханьянь всегда был хитер. Вашей вины здесь нет. Благодарю! Все бездетные служанки уже выдворены из покоев призрачных волн и отправлены на поселение в уединение ароматов. Ваше Высочество, произведен тщательный отбор прислуги. Оставшимся при дворе точно можно доверять. Нужно ли набрать остаток из народа, чтобы заполнить пустующие места? Нет нужды. Прислуга нужна только мне с супругой. Оставшейся в нашем дворце прислуги будет вполне достаточно. Вот именно. Раньше всего одной наложнице требовалось больше десятка служанок. Сейчас-то их меньше. Как раз можно обдумать ведение войны. Ваше Высочество... Я полагаю, пусть даже слуги требуются только вам и вашей супруге, но как только вы взойдете на престол, непременно появятся и наложницы. Вот тогда-то для каждой из них понадобится прислуга. Какие еще наложницы? Его Высочество вовсе не такой любодей. Ваше Высочество, это не имеет отношения к любодеянию. Предыдущие короли всегда выбирали в наложницы женщин из четырех округов.
Особенно необходимо это будет после вашей коронации, дабы вознаградить придворных. Задабривать наш округ Синего Дракона нам и не нужно. Но как же округ богини Сихэ, округ Вечной Засухи, даже округ Белого Тигра? Взяв наложниц из четырех округов, вскоре родятся принцы, в жилах которых будет течь кровь представителей этих округов. Эти четыре округа точно будут вас поддерживать. И тогда у Ханьяни и Дини влияния не хватит, чтобы помешать вашим детям. Не стоит. Ваше Высочество, подумайте еще раз. Очевидно же, что нашего успеха надолго не хватит. Нельзя недооценивать остатки влияния Дини и Ханьяни. Если нужно укрепить положение на троне, нужно заручиться поддержкой нескольких округов наложницы. Я сказал, не стоит. Мне что, приказ специальный издать? Я вас понял. Брат, мы с тобой двоюродны и знакомы с детства. Много лет дружны. Я знаю, что ты всей душой поддерживаешь меня, вот только... Я не желаю, чтобы другие думали, что я за счет женщин покорил страну. Вот, теперь я вас узнаю. Я вас прекрасно понимаю. Вы не спали всю ночь, не буду вас больше отвлекать. Вы хорошо потрудились. Ступайте отдохнуть. Благодарим. Будут ли у вас какие-то еще распоряжения относительно покоев самоцветов? Персиковое дерево из покоев призрачных волн следует пересадить в покой самоцветов. Как можно бережнее, чтобы и листа с него не упало. Так точно. Наконец-то ты пришел. Из-за чего ты так срочно позвал меня? Прошлой ночью в Линьюнь был совершен переворот. Ты знал об этом? Слышал. Шэнлунь взял власть в свои руки. Думаю, вскоре он взойдет на престол. Как бы нам поступить? Тебе не стоит беспокоиться. Это касается только Линьюнь. С каких пор это имеет отношение к Сюаньму? Однако Шэнлунь и Ючэнь из Сюаньян всегда были дружны. А теперь то, что он захватил власть, отразится и на усиление боевой мощи двух государств. Не уверен, что это нам на руку. Хаосюй, все эти годы, неважно, при дворе ли Сюаньму или Сюаньян, призывы начать войну не умолкали ни на миг. Я думаю, что эта война между государствами уже неизбежна. Это не имеет прямого отношения к тому, кто займет трон Линьюнь. К тому же прошлый король тоже всегда был благосклонен к Сюаньян. Однако Шэнлунь силен подобно буре. Смог в одно мгновение подчинить и успокоить Линьюнь, а ведь раньше и признаков этому не было. Как не подумаю об этом, страх берет. Раньше я считал, что он более чем одаренный маг. Тихий и скромный по натуре. Но теперь, кто мог знать, насколько беспощадным он окажется? Не пощадил даже братьев и отца. Если у нас будет такой враг, боюсь, нам его не одолеть. Да, с ним всегда нужно держать ухо востро. Он намного опаснее, чем его отец. Чиюнь, почему мне кажется, что ты рад всему произошедшему с Шэнлунем? Я вдруг вспомнил слово, данное мне кое-кем. Раз Шэнлунем все ясно, то и моя благая весточка тоже вскоре прилетит. Сегодня я собрал вас всех для того, чтобы сообщить, что следующим королем Линьюнь официально объявлен Шэнлунь. Не ожидал, что месяца не пройдет, а Линьюнь уже постигнут такие серьезные изменения. Что скажете? Отец, я полагаю, что раз Шэнлунь — супруг нашей сестры, восхождение Шэнлуня на престол Линьюнь никак не навредит Сюаньян. Четвертый брат, я не могу с этим согласиться. Еще неизвестно, действительно ли он нам благоволит, или же просто ищет выгоды везде, где может. Шэнлунь, заняв трон, не дал сестре титула королевы, зато наоборот поддержал брак Юньцана Цзинши. Разве это не о многом говорит? И о чем же это говорит? Отец, я могу гарантировать, что это никак не связано с тем, что происходит между сестрой и Шэнлунем. Шэнлунь определенно поддерживает Сюаньян. Ты гарантируешь?
Четвертый брат, отношения между государствами — это не поле для игрищ. Юй Чэнь, слушаю. Вы с Шэн Лунем в хороших отношениях, так что выскажи свое мнение. В этот раз ради своих реформ даже переворот совершил. Это доказывает, что интересы Лин Юнь для него превыше всего. Соответственно, в вопросе выбора союзника он будет смотреть на то, что будет более полезным. Юй Чэнь в точности повторил мои мысли. А что скажете вы? Ваше Величество. Я полагаю, Шэн Лунь уже показал, что он человек не твердых убеждений. Разумеется, он выберет сильнейшего. А наши силы всегда уступали Сюаньму. Посему мое мнение совпало с мнением принца Дзии. Нет гарантии, что Шэн Лунь дарует титул королевы ее высочеству Жо. А вот против брака Цзиньши и Юньсан он не возражает. Значит, раздумывает о том, чтобы примкнуть к Сюаньму. Последние два месяца постоянно приходили вести с границ. Конфликт между войсками на границе неуклонно разрастается. Дошло даже до захвата приграничных деревень с обеих сторон. Даже командование не в силах это обуздать. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет разногласий. Вплоть до того, что придется положить всему конец. И тогда, вполне вероятно, малое будет зависеть от нашего желания. Отец, мне есть что сказать. Говори. Раз уж война неизбежна, то сейчас самое подходящее время. Во-первых, все сейчас готовятся к свадьбе Юньсян, и внимание их ослаблено. Во-вторых, Тунжен с Чиюнем враждует, и первый только и делает, что скрывается, так что одним полководцем меньше. В-третьих, после введения новой политики, мощь Сюаньму растет с каждым днем. Если их силы смогут растоптать Сюаньян, то это ставит нас в невероятно опасное положение. Я убедительно прошу вас выдвинуть войска. Поддерживаю! Я тоже поддерживаю. Поддерживаю. И я поддерживаю. Отец, нам необходимо первыми доказать свою мощь. Только отдайте приказ, и я немедленно поведу войска в наступление. Я убедительно прошу вас выдвинуть войска. Убедительно просим выдвинуть войска!初见若缱绻誓言风吹云舒卷岁月间欢惊喜忧恒念心有喜但愿执念轮回过经年弹指间繁花开落多少遍